Волгарь принимает в Астрахани сегодня СКА Хабаровск. Здесь для болельщиков всевозможные развлечения. Классная программа, молодцы. Давайте волжан похвалим. Астрахань футбольная. Вот она во всей красе. Такая расстановка хитрая. Вот тут два человека, видите, притаились. Такое ощущение, что за пределами поля. А нет, это просто... Так начинает Волгарь, так начинает Сиденков, так начинаем мы за этим матчем следить. КПД дайте, Петров. Штрафной мяч под Березкин. Шар в касание. Адоевский, было вне игры? Положение вне игры, да, поднят флажок. Но Адоевский спас для куража. Для куражу. Это важное было действие. Жамалетдинов, вот он, появился, передача на Лесникова, левый фланг, подача Ткачук с левой, Имамов кулаками из штрафной, мяч убивает Симонян, первый разбегается Артем, на хорошо знакомом стадионе центральный, и желтая могла быть, опасная атака, пожалел. Шар навязывает борьбу и навязал ее так, что с мячом остался. Удар! Адоевский спасает. Вот. Шарль включился в силовой борьбе. Оттеснил. Нарушение правил было ли? Ну, я думаю, что Петрову и Подберезкину в меньшей степени. А вот Никитин и Симонян это... Да. Кротов, подача, избивать можно, ну, вот это момент, сразу вышел, сразу с левой ноги, голевая передача должна была, а вне игры или что там, поднят флажок судьи? Ну, какой же момент был у Делизединова, смотрим еще раз, вот тут Кротов против Корнюшина, на опыте ушел дальше и раскачав под левую, и классно за спину, толчок руками был или нет? В спину, и вот там смотрим, нет, там не поднимает флажок лайнсмен. Шар теряет мяч, еще удар, это уже Обивалин, и вот Шарли вдвоем они, Савинов помогает, получает мяч Андрей, ну, в дальний не попадает Савинов, только я про него рассказал, что, мол, есть шанс доказать, убежали в контратаку, и Шарль отдал и в дальний метил. Вот он, шар не пожадничал, собрал троих, покатил на Савинова, тот подработал левой. Кирилл Никитин, с левой, здорово, и забивает СКА, и забивает Никитинская связка. Кирилл на Андрея, и вот вам Никитины в Астрахани, центральный в шоке, а Хабаровск ликует, ликуй, Хабара, празднуй. Кожемякин сейчас тут трясет Никитина так, что из него обед может появиться. Да, 1-0. Андрей Никитин. Классная передача от Кирилла. Вынос. Играет Кожемякин. Капитан. Не пускает. Пропустил все-таки удар. Нет, тут Имамов контролировал. Не успел накрыть. Кажется, мортовой бил. Призывает остаться. Лесников показывает нам десятку. Он же бил, да? Вот мортовой подобрал мяч, ушел от Кожемякина и бил в дальний, но мяч срезался. Забил в октябре Кубани. И вот второй мяч. Снова мортовой. Здорово, и сравнять можно. И забивает Кротов. 1-1. Ну что? Серия черная СКА. Проспали Кротова. 89-я минута. Вернулся Слава. И сразу товар лицом. Какого Джокера приобрели, вернули. Свободным агентом пришел. Памятнику стадиона, если гол забьет. Прыгал Имамов. Сплевывает Сергей Саныч. Все, время компенсированное истекло. Имамов, будет ли замена или нет, или все. Не позволяет выйти двум футболистам Хабаровска главный судья матча. Матч завершен. 1-1 без победы снова в гостях Хабаровск. Спасибо за внимание. Следующие выходные обязательно в 22-м туре услышимся. МЛБ, первая лига. Пока-пока.